сейчас. Старший говорит, сейчас занят что-то. В смысле занят? Идемте посмотрим. В чем вопрос? Что это? Что тут взяли? Того. Вот. А за что питаться? За то, что человек не пристегивается ремнями безопасности. Запитался им ребенком? Копия чека. Копия протокола. Копия постановления. Можете пойти, догнать его и спросить. Копия постановления. Ну, вы понимаете, постановление на штраф. 51 гривна штраф. За то, что не пристегнут? Да. А как вы фиксируете это нарушение? В смысле? Ну, в прямом. Как можно фиксировать? Ну, а как обычно фиксирует полиция правонарушение? Ну, как, скажите. Видеофиксация. Все время должна быть видеофиксация? Ну, а как? А как вы доказываете, если человек нарушил? Вот это... Есть 251 статья Админкодекса. Да. Это доказ. Знаком, да. Ну, так там все указано. Так указано, правильно. Правильно. Показы свитки, чьи фото, видеофиксация. Правильно. Ну, так а как вы фиксируете правонарушение за непристегнутый ремень? Ну, чем? В смысле чем? В прямом смысле, чем вы фиксируете? Почитайте статью 251. Так я вам ее озвучил только что. Четко, ясно написано. Показы свитки, фото, видеофиксация. Доказами по справе я будь-які фактичні дані. Да, какие? Фактически. Видео? Я видел, что человек не пристегнулся ремнями. Нет, это не фактически. Ну как это? Ну вот так это. Там же написано. Фото, видеофиксация, человек, показы свитки. Человек, послушайте меня. Согласен с правонарушением. Я подошел, назвал причину остановки. Человек, да, согласился, что он нарушил право дорожного движения. Выписали минимальный штраф, и человек поехал дальше. Понятно. Спасибо. А как еще можно? Не, не, а как, я как поэтому можно? Спросил. Я же не могу. Если тогда, смотрите, человек застрелил другого человека, правильно? Нет видеофиксации. Так значит, человек Александр тоже. Александр, чтобы вы знакомы были с криминальным и административным разбирательством. Это разные вещи. Когда кто-то кого-то убил, это криминал. Не, ну, поймите там правильно. Абсолютно... Нет, поймите нет, правильно. Вы поймите правильно. На меня вы не путаете положены криминал с государством. Вы понимаете? Нет. Я знаю, что на вас положено. Слушайте, я что первый... Обязанность. На вас государство должно давно уже положено. Это всем известный я факт. Я не могу так говорить. Инспектор, ну что там? Сейчас прокручу. Ну давайте пока постановление заполняйте, я вам документы дам. А я вам что-то о постановлении говорил? Ну это же нарушение. Ну это же нарушение, правильно? Вы останавливаете за что? За нарушение. Ну я подошел, вам сказал, включите, пожалуйста, свет. Ну, вы не включили, вы ехали на габаритах. Значит, но я не считаю, что если вы вообще без света ехали, я понимаю, вы там слушайте, считаю, специально не включили. Или... Вы специально не включили? Это же 125 статья. И что? Ну, за которое предусмотрено предупреждение. Ну, что же сразу в крайности бросаете? Не-не-не, мы сначала... Крайность? Нет. Это 125 статья. Я же не знаю, какой инспектор, что он применяет. Вы попросили, да, покажите. Да, пожалуйста, пройдемте посмотрим. Ну. Я вот уже отсюда сейчас вижу, я не могу понять, как вы что-то пытаетесь здесь кому-то показывать. Здесь вообще ничего не видно. Ничего. Я могу только цвета понять. Вот автобус зеленый едет. Кто это мы без света? Ну вот вы можете определить? Скажите номер автобуса вот этого. И вот следующая машина видно, едет. Видно, какая. Скажите, пожалуйста, какая вот эта машина сейчас едет? В чем тут номер? Вы попросили ну, показать, что ну, вы едете. Ну так правильно, я же хочу убедить. Ну вот вы сейчас скажете, вот это покажу. Вы без света едете. Ну а где? Ну как вы можно понять? Вы узнаете свою машину. Как? Как тут можно что-то узнать? Видно. Вот смотрите. Ну, по крайней мере, чтобы вы не говорили, что я без причины. А вот моя машина едет, вот. Вот, со светом. Это не ваша. Даже вот проехала моя, вот. Даже под свету не ваша. Ну как это нет? Ну, моя машина поехала только что. Ну, вы же марки различаете, это же не Audi. Вот, смотрите, вот едет моя машина. Вот я повернул. Куда? Во двор. В село? Да. Как тут что-то понять можно вообще? Со светом или без можно понять? Часто вы показываете вот это видео вообще? Да люди просят, показывают. Так а что тут можно разобрать на нем? Со светом или без вы едете? Ну так покажите, ладно. У меня не было как бы большого желания задерживать ваше время. И поверьте, таких людей много, которых останавливаю без света, предупреждаю, что включите и едете еще дальше. Еще очень много есть людей, которых вы просто останавливаете на подышать. Дыхните. Вы с утра не пили, все нормально? Вы просто, ну у вас свет не работает. Вы конкретно про меня сейчас говорите? Или я вообще? Говорю про весь ваш пост. А, вообще про пост? Вашу смену, я вашу сменщику. Я думал про меня конкретно. Знаете сотрудника вашего по фамилии Шкиндера? Вы
фамилия знакомая. Знакомая, конечно, он работает вместе с вами. С вами в одной области. Не вместе с вами. Ну, не вашей, как раз, ну, вместе с вами в области. Так вот, он любитель этих самых действий. Поэтому после этого случая, поверьте, мне совсем не доставляет никакого удовольствия вообще, в принципе, общаться. Это кто что? Кто такой Шкиндер, вы не знаете? А-а-а. Конечно, знаете. Конечно, знаете. Он работал в городе. И в области работал, и в городе, и в Донецке. Ну да, он с Донецка перевелся. И что, правда? Ну вы с ним работали ближе, я не знаю, в лицо он не плевал? Не слышали? Честно, нет. Нет? Ну, детей при вас не щупал? Точно? Я с ним не работал. Тут он не работал, точно. Я с ним не работал. Нет, я его даже, если честно, не знаю. Просто мне интересно, что правда это, что писали или нет. Вы должны сказать мне. Вы как бы... Ну, если я его не видел никогда в глаза, как я могу сказать? Я вам честно скажу, я его тоже в глаза никогда не видел. А за лицо что плевал? Вот, смотрите. Любит плевать детям в лицо. Прямо это с ролика. Я слышал. Я думал, остановили он так, людям плюет. Ну, то я видел ролик. Не, может, он и людям плюет в лицо, я не знаю. Ну, я имею в виду, что может, ты и водителям. Ну. А как вообще долго вот эта процедура длится самого вот этого поиска? Все, я не понимаю. Так, а что не так, я не понял. Ну посмотреть просто, чтобы света, что надо говорить. Так это 9 часов. Уже раньше 120, это самое. Я не могу понять только... 125 статья, 01. Я не могу понять только другого дела. Ну, номеров понятно, что сейчас номеров не имеют. Так как вы тут вообще что-то было? Камеры же зима, они же запотевшие. Ну, инспектор сказал, что можно на компьютере все увеличить и номера посмотреть. Если надо будет принципиально, то здесь понятно, что не получится. А вообще можно, да, увеличить видеонаблюдение и номер разглядеть? Да. Я думаю, да. А пробовали хоть раз вообще так? Я не. Почему-то я так и думал. Слушайте, ну правда, ну 15 минут уже прошло. Давайте или что, или как? Или все-таки нормально ехал, или все-таки не ехал? Нет, то что ехали, то понятно. То, что на габаритах ехали, то... Ну так как это можно понять? Ну я уже вышел с машины, уже пришел, ну и все равно никак. Ну там долго все это сидит? Ну да, перемотал, не знаю где. Сохранишь, покажешь человеку, он назад будет ехать или как? Может, в YouTube выкладите, так я посмотрю там. Я там не лажу, честно. А что? Вы просто там очень много, если для... Если вы там лазили, вы бы знали, что нельзя просто так людей предупреждать без фактов. Я не просто так вас смотрю. Ну, если не просто так, можно это увидеть? Ну, смотрим. Так 15 минут смотрим. Сколько? Ну, что ж поделать? Я меньше от Запорожья к вам ехал, чем вы ищете это. Да вы летели туда. На крыльях любви к вам. Профилактическая беседа. Главное, так, чтобы... Это нельзя по закону профилактировать людей. Вы знаете, профилактировать. У вас вот, вот Шкиндер есть, он профилактирует детей, а вы водитель. Я его не знаю, поэтому не могу ничего за него сказать. Ну понятно. В общем, все интернет. Врет. Не, смотрю оттуда. Вот вы смотрите, вы почему не смотрите? Кто лайкать будет видео, я не понимаю. Видео что? Как это? Мое видео. Серьезно, видите, пойдете лайк поставите, что вы... Вы на обратном пути возьмете это видео. То есть и вас лайкают вам. Вас не будет на смене. Вы уедете зачем домой, будете отдыхать. Что-то лайк. Парить будете ноги в тазике, человек в теплом, опасный. А я буду тут заниматься... То, что я буду делать, это мое как бы. Зачем парить, не парить. Трудно, да, найти того, чего нету? Да, потому что нужно убирать. Она есть, я не знаю. Ну сколько надо? Так ну как? Ну а ходить, ну, смысл это уроки бывает. Это дня, это. Потом он встанет, он все заново. Ну, видит Бог, инспектор. Я хотел, честно говоря, увидеть. Я надеялся, что все-таки вы найдете. Я оставлю. Да. И только если можно, сразу увеличьте, чтобы было видно номер. Вы говорили, что это возможно. Я бы хотел сразу увидеть вот картинку. Здесь, нет, здесь невозможно. Ну а где? Вы же говорили, можно. Где можно это сделать? Здесь вам только будет видно, что... А где будет видно номер? Как можно увидеть? Нет, ничего. Как обычно. Вон, смотрите, еще одно поехало.
Вы говорите немного. Вы говорите, вот вы напонюхать. Нет, я не напонюхать. Ну а как это нас? Да, это же полный бред. Ну не бред. Ну как не бред? Вы даже на этих улицах едете с Audi со светом, то что его останавливать? Ну смотрите, вы говорите, Audi не так много. Две проехала. Вот ваша буквально... третья, да. А вы говорите, ну, их мало. Две проехала со светом. Мою можно посмотреть? Ну где это можно видеть? Ну мы видели. Ну что мы видели с вами? Ничего же нет. Номера не видно, согласен. Так а как быть? Ну надо же как-то. Ну вот так и быть. Ну надо же ставить оборудование. Ну как так и живем? Ну так же тоже. Ну я же не буду его ставить сам, понимаете? Есть на то руководство, есть управление. Так давайте наше. Попросим, чтобы вам дали нормальное оборудование, чтобы вы могли нормально фиксировать. Ну, я думаю, командир наш просит и. Кого он просит? Я езжу здесь уже. Ну без малого 5 лет последний точки. Давайте точку. Начнем с того, что только с декабря месяца здесь все поменялось. Что тут поменялось? Полиция стала. И что? Что-то поменялось? Ну вот что тут поменялось? Поменялось. Ну что? Ну что, с фур не берете больше денег? Я не брал. Так а что счастливо? Вы хоть бы что-то нашли нормально. Счастливо это было.